Встречайте Фируза Балтуева, наш следующий спикер, упорный и трудолюбивый лидер. Она умеет ставить цели и уверенно достигает успеха. Прекрасная мама 4 детей, очень открытая, добрая и умная девушка. Фируза Балтуева. На сцене нашей конференции элитный директор Фируза Балтуева. Люблю Фаберлик, люблю всех вас. Я пришла в компанию с желанием жить красиво. Не имея никакого опыта в сетевом, я начала упорно трудиться, используя очень много методов. Поначалу ты вкладываешься, трудишься и думаешь, а стоит ли, а нужно ли? Есть такие сомнения? Были? Они были и у меня. Поверьте, все эти сомнения временные. После ваших усердных стараний для вас открываются другие горизонты. Вы начинаете исполнять одну мечту за другой. Вам кажется, что вам под силу абсолютно все. Также вы уверенно начинаете помогать своим партнерам, радуясь общему успеху вместе. Благодаря компании «Фаберлик» меняется жизнь миллионов людей. Согласны? Миллионов людей к лучшему. Хочется отметить тех людей, которые, несмотря ни на что, упорно трудятся, шаг за шагом приближая свою цель. Так же и я с каждым годом становлюсь все сильнее и сильнее. Улучшая качество жизни себе и своим близким. Также я знаю, что все самое лучшее еще впереди. Мои дорогие, постоянно работайте над своими идеями. Ведь они приходят к вам, правда? Кому-то ночью, кому-то рано утром, а кому-то во сне. Приходят идеи? А кому-то прямо сейчас. Работайте над своими идеями. Дайте жизнь своим планам. И тогда вы достигнете огромных результатов. Никогда не останавливайтесь. Никогда. Вы знаете, когда вы постоянно рекрутируете, вы найдете тех самых людей, которые будут впереди вас и рядом с вами. Но вы всегда стараетесь быть впереди своей команды. Это очень важно. Оставить след в истории компании «Фаберлик» хотели бы? Так займитесь этим. Никогда не останавливайтесь. Тогда вы будете жить и наслаждаться. С гордостью будете передавать своим детям все, что создавали годами, душой и всем сердцем. Я с глубоким уважением и с гордостью хочу всем признаться, я лидер компании «Фаберлик».